Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то добралась я до орхидеек. Чуть-чуть свободного времени у меня так появилось. И смотрите, я какие хочу вам показать орхидейки. У меня есть три орхидеи с цветоносом из точки роста. Да-да, это именно из точки роста. А вот это вот растет детка. Вот так необычно она вылезла, не сбоку где-то. Не на цветоносе, а вот из самой середины, оттуда, откуда и вышел цветонос, сам по себе, так сказать. Вот орхидейка 24, я не знаю, какого она цвета, опять же. Вот смотрите, как интересно, вот там у нее еще внутри корешок полез, но он не может пробиться через этот лист, и, скорее всего, он закуклился. Но сил хватает у корешков мамы содержать вот это вот двойное растение. Но оно небольшое на самом деле. Вот, вот моя ладошка. Вот так это выглядит. Одна орхидея с цветоносом из точки роста. У нее, по-моему, 6 листиков больших. Вон там она стоит. Вот, вот эта вот орхидея большая такая. Я ее не стала доставать. У нее там ничего нету. Она вот сидит сама по себе. Ей хорошо так. Вот. И вот смотрите, что я нашла. После того, как меня не было 4 дня. Вот, вот детка, которая пробилась у такой же орхидеи с цветоносом, вот с таким, из точки роста. Это орхидея Golden Beauty, которая была куплена в Икее, как я понимаю, 1 июля. Там написано все. И она также... А, она цвела, по-моему, месяц или два она цвела. Отцвела... И я ее вот срезала, потому что она мешалась, торчала. Облиствелый цветонос вот такой. Просто листочки, это не детки, ничего. Просто вот так вот. Если он будет засыхать, конечно, я потом его отрежу. Но вот пока он такой вот хороший. Вот, 82 даже, номер у нее есть. Но я ее, наверное, буду под ее именем Golden Beauty, наверное, так и буду ее записывать. Вот. Вот такая деточка-малявочка. Такую дырочку себе пробила. Ну и будет, наверное, потихоньку расти. Так я предполагаю. С этой стороны вот ничего больше нету. Корешочки сейчас посмотрим. Корешочки хорошие. Так. Пересаженная она, как видите. Вот там кора, пеностекло, керамзит. Сборная солянка. Сборная солянка. Вот, вчера я их напоила, наконец-то. Все сегодня должно быть с ними хорошо. Поэтому вот такое коротенькое видео. Вот с такими орхидеями, с цветоносами из точки роста. Так что вы не смущайтесь. Покупайте такие цветы, не бойтесь. У них будут для вас детки. Вот такое потомство. Все, до скорых встреч. Спасибо за внимание.